Тем временем о непогоде. В Актюбинской области из-за метели и плохой видимости закрыты 13 участков дорог республиканского и областного значения. Порывы ветра в регионе местами достигают 30 метров в секунду. По данным департамента ПЧС, за минувшие сутки с заснеженных трасс эвакуировали 140 человек. Жители пригородных жилых массивов не дождались сегодня автобусов. В самом городе были перебои со светом, а в одном из многоэтажных домов сильный ветер сорвал часть крыши. Есть и задержка нескольких авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Актобе. Силы и средства департамента на данный момент все приведены в готовность. С вчерашнего дня находятся на трассах. В данный момент проходят большие операции по спасению людей, которые остались на дорогах, а также поисковые работы. Буквально закончились с утра поисковые работы в Мугажарском районе. Мужчина у нас остался, получается, в степи. Жив, здоров, здоровью ничего не угрожает.